Византиум, один из двух релизов обновления Metropolis, поможет Ethereum стать быстрее с меньшим количеством ограниченных данных. Вчера разработчики Ethereum собрались на финальной запланированной встрече, прежде чем в сети произойдет очередное обновление, запланированное на 16 октября, сообщает CoinDesk. Основные задачи, рассматриваемые на собрании, сводились к тому, что все клиенты Ethereum должны обновить свое программное обеспечение одновременно, чтобы избежать сплитов. Помимо этого, чтобы форк прошел по всем узлам равномерно, нужно включить обновление Византиум. Хардфорк должен привести к тому, что Византиум будет применять меры безопасности, внедрять новые применения, что поспособствует улучшению конфиденциальности сети Ethereum. Отметим, что других встреч разработчики пока не запланировали, но отметили, что готовы обсуждать любые вопросы при чрезвычайной ситуации.